Привет, я Амиго, а это мой друг Жужик. Амиго – это с португальского «друг», а Жужик – это южноамериканская высокогорная белка. Это грызун, который проявил себя в своем молодом возрасте на всю катушку. Грыз все, что попадалось ему по пути, от табуреток до стен. Сейчас он изменил свое поведение, стал очень покладистым, мягким, пушистым. Но тому виной или причиной стали его боли в зубах. Несколько походов к ветеринару, несколько курсов различных антибиотиков, уколов, несколько снимков показали, что с зубами у него большие проблемы. Грызть он не может, зато он стал достаточно покладистым, домашним, ручным, сам просится на руки, сам залазит и прям мурлыкает, как котенок. Вообще он стал очень ручным. Так что боль в зубах, лишение и в то же время наше внимание к нему сделали из него, можно сказать, не то что домашнего питомца, животного. Он стал более человечным, он стал больше понимать людей и даже говорить почти.